Хейо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию The Binding of Isaac Attributes Plus. И как я вам говорил, у нас сегодня... Так, мы играли еще за Зазельку, да? Мы прошли ад, открыли нового персонажа, а теперь у нас с вами Айзек. Там Исаак, Изичек-Айзечек. Им же мы тоже, как обычно, крутим, вертим, что-то хорошенькое хотим встретить. Плюс 10 бомб. Ну, я просто возьму их. У нас фитилек на голове появляется. Это бантик, да, появляется. Что-то у нас много вещей появляется на голове, не думайте. Давай, пока попью водички, пока нам ищут еще следующую комнату. Отлично. Найс, найс, найс. Мы играем в этом. Так, запись, надеюсь, идет. Да, все идет. Тогда давайте... Начнем. В принципе, я думаю... Почему я... Вы скажете, а почему ты сразу грибок не взял? Если мы убьем босса, из босса нам упадет то, что я хочу. А я хочу, чтоб... Ну, повезет. А, отлично, нам повезло. И болвстилы дали. Если нам выпадет урон, тогда у нас будет вдвойне больше урона. И это отлично. Конечно, да, сейчас... У меня урон не актив, стартовый, 3.50 каких-то. Но все же у нас теперь есть сердечки. Ой-ой, поджегся, поджегся. Тупые, почему вы в огонь лезете? Как вариант, можно открывать двери. Если открыть все-все двери, то есть 6 дверей, да, в магазин, то можно получить... Одну как и ачивку, и один предмет. Биг портфель. Большой портфель нам дает то, что нам выпадает... Ну, типа, мы можем брать две активки. Так, у меня одна бомба, в принципе. Я могу воспользоваться лишь один раз. 3 на 3 ломает. Ой, если я сейчас лоханусь... Идите в жопу. Да, это я так хотел. Все так и задумалось, ребята, вы не подумайте. Да. Эти безобидные мушки нам ничего не сделают. Да, ну все-таки. Недолго я радовался. Нам выпал просто секретный люк с какахой. А вот если бы там был дамаг, я бы сказал, ну че, пацаны, это классно. Так, 48 энергии. 48 энергии. Так, давайте, прыгайте ко мне. Так, бомбы оставляют после себя следы. Типа ядовитые. Это такое себе. Так, мухи, мухи, в сраку, в сраку, мухи, мухи, в сраку, в сраку. Готово. Так, а теперь осталось... Пуляет они через... Огонек. Блин, хотя можно... А не, я же был в стил в этом, в аду, ну, не в аду, в шипа, слышь, выбил. Бля, чувствую, сейчас я все был в стилы свои потрачу, хотя... Ну, их двое, их... У них хп делится на двоих! Мне вот не нравится то, что они, типа, мух вызывают. Лучше бы только пятна оставляли. Конечно. Почему бы и нет? А вот, вот он ничего не создает. Докаркался. Значит, это по ихнему настроению, да, не вызывает их? Минус один. Пожалуйста, дамаг, дамаг, дамаг. Будьте так любезны. Га. Дать мне дамага. Почему он не нападает? Коробка. Тринка, повези. Классно. Ну, будем считать, что эта коробка меня замедляет, да? И пойдем за грибом.
Как я тебя сразу не увидел? Ладно, лучше бы я тебя не видел. В принципе, можно открыть. У меня два ключа. А если ключей не будет? В течение игры. Ну так, ладно, скорость я вернул. Отлично. Да ладно, давайте. Тупейшая ошибка. Почти моя самая тупая ошибка. Ну, ладно, не самая тупая, да, это такое. Куда пойдем? Давайте в эту сторону. Идем, бежим в разнос. А, это не мухи мне ввели ебальник. Сейчас летят. А комары. Так, тогда я дайте окошко закрою. По фасту. Так, все, погнали. Комары, да, это фиговенько. Ладно, какой шанс, что там выпадет то, что мне нужно? Больше я не буду открывать сундуки. Ну, меня в обмен на что-то. Да идите вы нахер! Только и падает дерьмо. Дерьмо, дерьмо. И в комнате здесь дерьмо. Нихера не видно, походу еще XSL. Не. Это не XSL, это точно. Это точно не XSL. Ладно. Золотую хотя бы нашел. У меня один ключ, как раз для нее. Дерьмо. Возьму, ладно. Красная слеза плюс 10, плюс 2 дамага. Такое. О, как раз, видите, я думал, оставлю одну бомбу, вдруг пригодится. Пригодилось. Я сейчас взорву хороший камень. Получу два сердечка. Отлично. А теперь мне нужно найти будет где-то еще ключ один, который я использую для открытия в следующей золотой комнаты. Тихо. Я хочу пить. Сильно хочу пить. Не, это больше чемпионские версии. Up to familiar possible. Блин, давайте, ладно, фамильяров. Тихо. Давай, фиолетовая муха. Тирзап, поднялась. Берем. Здесь главное в шипы не заскочить. Увеличенная скорость. Вот эту буду оставлю до конца забега. Потому что кому не помешает скорость атаки? Плюс две бомбы. Класс. Триньку, ну не, да, в принципе, ожерелье или тринька, как ее можно даже назвать. В принципе, можно выкинуть. Интересно, повезет мне на домах? В адской комнате. Или же придется жить до райской? Сейчас узнаем. Так, ну плюс хп. Это уже хорошо. А знаете что? А нафиг! Полет плюс спектральные слезы. Разве это плохо? Нет. Живу. Все. Полет. Шипы. До свидания. Камни. До свидания. У меня теперь есть спектральные слезы. Гулять через что хочу. Вау. Так, только урон почему-то я наношу не такой уж большой, как тогда. Вот это вот плохо. Так, блядь.
Так, комар, подлетишь еще, блять, убью. Оп, может грибы что-то выпадут. Не. За грибов хер что выпадет. Это что, у меня таких два жука? Которые, давай мы поделимся еще на несколько. А не, это пилюля. Просто? Ball of Steel, нет. Хорошая пилюля. Плюс две сердечечки. Черное сердце. Босс, ну я не нашел ни золотой, ни магазин. Давайте тогда поищем. В приоритете, конечно, у нас... А, у нас ключей нету. В приоритете у нас ключ. 6 бомб. Будет классно, если я сейчас найду пилюльку. Бомба это ключи. Будет отлично. Даже больше, чем отлично. Я нашел сразу две комнаты. И ни в одну, ни в вторую я не могу войти. Хотя в одной я могу уже потратиться. Мне позволяет бюджет, так сказать. Давай, пожалуй, ключ, ключ, ключ. Будь такой любезен. Нихера не дали. А, класс. Классно. У нас осталось две комнатки. Не, это реально, это плохо. Что я ни туда, ни сюда не могу зайти. Бам-бам-бам, бандировочка. А, ворд. Черт. Ну давай, последний шанс. О. Древной, черт. Не, тогда мне ни хера не светит. Черт. Да, класс. На, хотя, и, знаете, как говорится, надежда умирает последняя, да? Пойдете на арену. Да. Хорошая была идея. Можно еще и в ад сходить. Ну, в эту, в цепную херь. Откройся. Сезам... Ненавижу вас. Речи. Я, блин, решил просто запись не останавливать, чтобы вот это не прикреплять. Просто с прошлой серии я так помучился. У меня было дохера вот этих кусочков, потому что я отходил то туда. Да ладно, я уже потратил свой этот... Черное сердце. Два сундука. Лакап. Инфестит. А, нормально. Один ключ, в принципе, можно зайти в магазин. Если там в магазине будет... Или... Знать то, что я точно могу купить. Нет. Опа. Еще одна тринька большая. Орбиталка, то есть, извините. Ножницы. В принципе, хороший дамаг. Но не хочу. Парик мамки. Пауки. Книга Jump. Нахер надо. Ну, давай возьму, ладно. Увеличенный дамаг с каждым попаданием. Плюс 25%. 4 попадания в цель. Мы у нас увеличен дамаг в 100. То есть у меня будет 12, это максимум. Нормально. Может еще босс с боссом повезет, выпадет мне эти. О, видите, все, у меня 12 дэмэджа. И после двух попаданий в никуда, эта херь сбрасывается. А, оно и так сбросилось. Ладно, дамаг. Почему бы нет? То есть дамаг у нас потихоньку увеличивается. Это отлично, я считаю. Прикольно. Давайте зайдем. О, привет, ребят, ну вы поняли, да? Я сейчас пока с этим челиком повеселюсь. Хотя у меня... Не-не-не-не-не-не, сорян.
Хотя я могу с этим повеселиться. Туалетка. Ты чё, охерел? Давай мне нормальный арт. Класс. Фу, нахера вы, блядь. Такой отвратительный предмет. Ничего полезного не дает. Так, давайте, ладно. Вот так сделаю. Да ладно, потом я разберусь с этим достижением. Потом засниму где-то. Нормально. Скорость атаки мне лучше пригодится. Нужно было не брать мне ту дерьмоху. Ключ, монетки. Едем дальше. Пойдем направо. Получили дамаг. Нормально. По закрытым тоже можно себе эти получать. Дамаг. Шипастая комната. Пойдемте. Энергия. Круто. Что еще дадите? Больше бесполезных вещей. Почему вы такие огромные? Опять энергия. Нахера мне энергия? Ну, черное сердце, хотя бы за это спасибо. Блин, хотя нужно было того парника не взрывать. Может, он бы мне ключи дал. А у меня два ключа есть. Ладно, ну, тогда нормально. Blue fly. Infested. Ключ дай. Тварь. Ключик он мне не дал. Зато бомбы дали. Full health. Full health. Это круто. Это круто, молодежно. Так, 16 дэмэджа. Это я с full КД сейчас схожу. Это нормально. Это норма. Почему мне именно выпадает ну как? Вот эти дерьмухи. Дали бы мне то, что я хочу. А то, что я хочу, это мне нужно сердца. Синие. Сейчас опять энергия. Хотя нет, с этого монета должна выпасть. Из него вообще ни хера не выпало. Что там? Призик. Призик мне нужен. Тихо, тихо, паренек. Так, отсюда я, подождите, я пришел. Наверху было два, да, проход? И наверху было два прохода. Оказывается, здесь я не заметил. Опять. Нафига вы мне даете? Ну хоть это дали. Нормальную комнату, спасибо. Счастливые бомбочки, 5 бомбочек в дополнение. Будем взрывать. Ball of Steel. Отлично. И этому рад. Я потом хилдаун. А могло дать хилдаун. Запросто. Так, ладно, пускай лучше ворд у меня побудет в руках. Тяжело попадать, потому что слезы летят не из глаз, а хер знает откуда. За мешочками сейчас приду. Ладно, грибы взорвать. Так, мешочек. Что у меня еще там внизу есть проход, да? Магазин. Магазин, магазин. Так, пополняем на максималку. Новый левел. Изи. Лестница, в принципе, мне не нужна. У меня есть
мое личное передвижение это полет. Хотя можно еще получить процент на адскую комнату. Плюс еще две монеты в магазин. Отлично. 72%, надеюсь, сработает и пронесет. А ну. Да, пронесет. В принципе, его можно контролить, туда-сюда ходить. Он будет агриться, да и все. Так, двойной рукав. Я могу... Или это не двойной рукав? Две вещи могу брать. Все, плачущие. Я могу теперь ключи получать. На костре не работает. Хотя не работает на костре. Гарпию я брать не буду. Я от нее смысла не вижу. Плюс я потрачу сердца красные. Окей. Да, поехали. Часов. Сломатый папин ключ, да? Или как он там называется? Так, не. 48 часов, просто у меня нету активок. Ключи мне, в принципе, тоже не нужен, ладно. Я буду ключи получать, когда буду подбирать монетки. Когда буду подбирать монетки. С этими тоже проблем ноль. Блин, ай, ладно. Как обычно, буду юзать потом. По эти делишки. Ключ. Так, хороший камень. Ой, хороший камень. Хорошая дверь. Хороший камень. Хороший камень, хороший камень. А, они отравляются. Ой-ой-ой, я что-то много дамага получил. Ну нафиг. Кирка. Скелеты. Кирка меняет статы. Он мне все поменял. Ну ладно, пускай возьму, пускай будет кирка. Будет хоть какой-то активный предмет. А что с моей скоростью атаки? Кирка, блядь, неужели ты? Если же эта кирка сделала, ну нафиг ее. А, выкинуть никак. А выкинуть никак. Черт. Черт вас побрал. Это уже плохо. Так, ладно, вижен по всей карте. Можно в магазин попасть через шипастую комнату. Да, погнали. Что я теряю? Ничего. Я, в принципе, теряю ничего. Ключи, бомбы. То есть у меня радостная бомба есть. Что ты мне дашь? I found pills. I found pills. Поехали в шипастую. Тогда сразу... Мысли ты мне не открыл. О. А, это не шипастая, я думал... Блин, это со сделкой. Ладно, тупанул. Будет хорошо, если я предмет найду где-то активный. Потому что что-то я все-таки подобрал дерьмовое. Надеюсь, это не кокульку. А,
вон оно что, статы меняются и остаются. Если так, то окей. Кирка в какой-то степени дает полезность. Так, есть, короче, шанс, то, что из этого выпадет предмет. Да, но ключи мне уже так сильно не нужны, поэтому... Давайте я так сделаю. Сейчас бы еще попадать по говну. Блин, ладно, нужно было взять. Нормально. Ай. Сейчас я еще заюзаю свою эту карточку. Two of diamonds. Сердце, думаю, взять или не надо. Хотя, ладно, пополню автомат, насколько смогу. Надеюсь, на все смогу. Черная свеча. Отличный предмет. Считайте, будет минус все проклятия. Не, кирка все-таки хороший предмет, потому что я смог вернуть все-таки статус, статистику свою обратно. Это очень хорошо. А. Бремик, убивай. Ух, дамаг плюс скорость. Так, магазинчик с пилюльками. Бримстоун берем. Почему бы и нет? А вот, блин, нужно было тогда набить себе это максимальное дамага. Да, пускай меня превращает в сердца. Так, у меня там есть как раз 2 сердца, которых он может поменять себе. И дать мне то, что мне нужно, а не дерьмо. Так. Отлично. Я еще в плюсе. И это бери сердце на. Отлично. Так, ну, в принципе, я еще один магазин смогу найти. Это максимум. В принципе, нормально. Светящиеся бомбочки. И, в принципе, нормально. Этого мы убиваем просто. Не вижу смысла. Кирку юзать. О! Мне нужно хорошие камни найти. Чувствую, это не судьба. Чувствую, это будет не судьба. Что, поехали? Минус. Плюс особая версия. Не знаю, чем она особая. Да ничем, походу. Все. Сколько монеток. Отлично. Плюс еще увеличение дамага. Нам. Окей. Это кажется из-за того, что у меня грибок. То, что у меня есть гриб. Full heal. Ладно, начну. Ломание кокулек. Так, а ты давай мне собирай эти. Сердца. Блин, жалко, что нету. Типа тоже вот это. Ребенка, которая собирает этим.
батарейки. Было бы прикольно. Так, давай думать. Поверху. Оп. Сундук. Сердце забирай. Даешь мне что-то? Отлично. Вот это очень сильно выручает. Его хил вот такой. Ну, как пассивный сказать. Оранжа увеличится. Давай сердце. Да, нет, там какой-то там босс будет. Да нет. Я думал, в конце этого прохода будет босс. Босс. Ладно, тогда давайте вернемся, потому что я ни магазин не нашел, ни этого не нашел. Блин. Ни магазин, ничего не нашел. Мне бы желательно магазин. Ай, глаз зачухался. Больше батареек. Эй, глазик. В принципе, зачем бы нет? Так, обратно. Так, собирай сердца. Стрэндж сила. Ну, World повеселее будет. Так, плюс монета. И сразу две вещи, которые мне нужны. Угу. Ну, в принципе, я могу взять сердце. Не, давайте это будем реролить. Красное сердце. Дамаг может. Контрактная муха. Вот это сойдет. Увеличение всех статов. Увеличение всех статов не сойдет. Так, взорву тебя. И пополняем. Блин, она сломалась. Тогда ладно. Берем тебя. 48 energy. Не знаю, что оно дает, но просто возьму. А хотя, подожди. Мы тратим, короче, 2 синих сердца и получаем одно красное. Блин. Опять подобрал не то, что нужно. Ладно, пацанчик, погнали. К боссам. И та, в принципе, активка такая себе херовая. Не, в принципе, если сейчас у босса будет сделка. У меня есть красное сердце. Айвек, Айвек. Так, спидап. Ух. Я этого себе собрал. Наркомана. У меня как раз 3 шприца. Very good. Так, lock up. Погнали на сделку. Так, что у меня из предметов? У меня из предметов ничего, поэтому не хочу ничего брать. Да, малого можно взять. А, нормальные слезы, то есть он одной слезой просто пуляет. Такое. Такой себе. Такое себе. Неизвестно, да? One makes you small. I'm a small. Explosive diarrhea. Lock up. Lock up. Больше локапа. Давай. А что это такое у меня под ногами? Пыль какая-то. Рано.
Пыль под ногами, это странно. Я думал, меня достанет. Так, что здесь? А почему дабл? Почему дабл арена? Нужно в середку встать. Так, ладно, что по таблеткам? Неизвестно. Ух, здоровенький я. Бук, книжка. Ну, книженцы. Потрачу сердце, восполню сердце. Беда. Подожди, а как я превратил... Не, понятно, что она до меня коснулась. Ну как я ее превратил в какаху, мне даже урона не нанеслось. Давай, подвал. А были шансы. Да, слезы у меня косые. Что, пойдем? Плюс ангельская шанс на ангельскую комнату. А у меня все равно сбит. Он, кажется, может бесконечно становиться больше и больше. Ладно, возьму тебя. И побежали. Сейчас зачистим еще одну комнату. Ой, там у меня сейчас с этой стороны. А че ворд не использовал? Ёп ты. Ну ладно, я уже больше прошел половины, поэтому... Сам найду выход. Давай. Эх, ничего. Эй! Нормально. Спидаун? Да, мне и так нормально. Спидап. Нифига. Договорился. Я договорился. Ух, как он меня еще не зацепил. Дайте сердце красное. Чтоб мой малой восстановился. Over sporting effect. Я не помню, что он дает. Что? Justice. Блин, минус 2 сердца. Прикольно, еще смерть. Ну, а если что, у меня глаз уже не работает, да, так как у меня луч. Луч. Поехали. The World. Юзаем. Бидаун. Выберти. Погнали в библиотеку, в потайнуху зайдем. О, а ну-ка. Так, пацанчик, на сердце. Так, отлично, идем. Открываем библиотеку. Попрошайка ключей. Два раза даю тебе ключи. Пока ты головой не помотаешь. Все. Больше у меня нечего. Держи бомбу. Ух. Иди, большие монетки, хорошие монетки. Я чуть не тупанул и опять... Так, подожди. Оп. Бомба из бомбы. Ха. Серьезно? Я не могу пройти, потому что у меня нет... Че? Вы издеваетесь. Дайте пройти. Ну ладно, давай попрошайка с тобой.
Дайшь мне ключик? Желательно побольше. Давай, давай. Я уже фул. Блин, если бы замки взорвались. Неизвестный предмет. Плюс хп. Вот так, так. Как-то так. Ой. Зачем я сюда пошел? Ладно, давайте, короче, не тянуть время. А будем заканчивать. I'm a small. Так, ладно, один ключ у нас есть. Пойдемте на проверенную сторону. Сейчас еще ключи попадают. Плюс World. I'm quite small. А, я увеличился наоборот. Ладно, погнали, короче, все. И да, вон. Мне нужно вернуться за картой. Так, ну, в принципе, ну, конечно, да, я... Плохо. Арена будет мне открыта? Нет, ладно, зато два ключа будет. Боже, давайте я сюда выкину куда-то. А, я их уже все забрал. Так, тебя, тебя забрать. Карту, все. Побежали наверх. Минус один. Черное сердечко. То есть черное сердечко. То есть еще ключ. Так, здесь можно потайнуху найти. Или нет? Да ёлки-палки, почему вы такие дерзкие, быстрые? Тогда... Блин, какой шанс, что в этой маленькой комнате будет... Маленький шанс, я понял. Ладно, погнали убивать. Давай, давай. Отлично. Не, понятно, что вы опять хотите, чтобы я туда пошел. Я могу это сделать, но нет, нет, нет. Мы идем с вами в порталыч. Весельца. ГГ. Lost the baby. Плюс с вешалком. Плюс новый челлендж. Ну что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.